Вот. Солнечная панель, 1,5 ватт, батарейка на 30 тысяч миллиампер. Вот такая вот беспроводная зарядная система. Это светодиодная лампа. А это солнечная панель. А это свечка. Светодиод горит от света свечки. Так говорит Иегова своему помазаннику Киру, которого он взял за правую руку, чтобы покорить перед ним народы и снять пояса с бедер царей, чтобы открыть перед ним двустворчатые двери и чтобы ворота не были закрыты. Я сам пойду перед тобой и сравняю возвышенности, разобью медные двери и сломаю железные засовы. Я отдам тебе сокровища, скрытые в темноте, и сокровища, спрятанные в тайных хранилищах, чтобы ты узнал, что я Иегова, Бог Израиля, называющий тебя по имени. Ради моего служителя Иакова и моего избранного Израиля я назвал тебя по имени, дал тебе почетное имя, хотя ты и не знал меня. Я Иегова, и другого нет. Нет Бога, кроме меня. Я укреплю тебя, хотя ты и не знаешь меня, чтобы от востока до запада знали, что нет никого, кроме меня. Я Иегова, и другого нет. Я создаю свет и творю тьму, устанавливаю мир и творю бедствие. Я Иегова делаю все это.